Привет, чуваки, добро пожаловать на пати. Сегодня нас ждет самая жаркая вечеринка. На нашу вечеринку сегодня пришел мэр штата Сан-Андреас. No, get those lights off! Сегодня в программе. А.С. Пушкин, начинающий поэт-неудачник, пишет много, но это нахер никому не нужно. Чувак открывает кейсы в CSGO, а еще Скриликс. Ну что же, давайте расколбасим эту вечеринку. Первый у нас А.С. Пушкин. Вот пойду я по России, повидаю 100 чудес, но хуёвей наркоманов не сыщет сам бес. Наркоманы, уебаны, колются и курят дурь, облюются в подворотне и сосают дружно хуй. Это Бабушкин, бля! Олег в программе самый талантливый человек. Он умеет выбивать нож с первого кейса. Ребята, Скриликс украли. Ау-ау. Блядь. Я знаю, кто ты такая. Ты... Диджей Ебан. Так. Итог. Пушкин освободился от рабства и стал самым известным в городе поэт. Это Пушкин, бля. Таким образом, получается, что у всех все заебись.